еще не поздно одуматься! Даже учитывая то, что вы перекокали половину моих, хотя какую половину, практически всех моих друзей. Ну вот почему? Ну вы же могли начать все с чистого листа. Ну сбежали вы с тюрьмы. Ну убегите с города. Найдите семью, жену, детей заведите. Еще не поздно. Кстати, деньги. У меня же куча денег есть в гараже. Я же все эти деньги могу вам отдать. Заберите, улетайте куда-то на Мальдивы, но нас-то в покое оставьте. И весь наш город тоже, пожалуйста! Ты поплатишься за то, что сделал с нами. Нам не нужны твои деньги. Мы же тебя кокнем, а потом и так их себе заберем. Ну, в принципе, да, логично. Но вы слушайте, я же вас в свое время не кокнул. Я же просто вас закрыл в тюрьму на пожизненный срок. Вы бы там просто до смерти бы сидели. Ну, а так, видите, так вы просто сбежали из тюрьмы, и все. Может, вы меня тоже кокать не будете, а просто закройте куда-то в подвал, и все. Какие твои последние слова? Я не знаю, какие мои последние слова. Это как будто в глаза смерти смотреть. Откуда я могу знать? Сейчас, подождите, это... У меня не будет последних слов. У меня будет последняя просьба. Дайте секунд 30 перед смертью надышаться. Сейчас. Глубокий вдох. Глубокий выдох. Уходи. У меня рано или поздно инфаркт случится. 100%. Сейчас 20 секунд перед смертью надышаться. Сейчас, подождите. Сейчас, какой прекрасный мир. Как жалко то, что я его больше никогда в жизни не увижу. Срака малолетняя. Все, ребята. Я готов. Давайте. А вот сейчас вам лучше не дышать! Ёперный кокос белкий! Когда ты уже перестанешь с крыши дома прыгать? Ядрить колотить, да так задохнуться-то можно! Ты где эти вонючки-то нашел? Так, ладно, пока они там вот это в этом дыму, быстро идем домой, быстро забираем все шмотки из нашего дома и быстро свалим из этого города так быстро, как только можно. Ах, да. У нас же больше нет дома, чтобы из него шмотки забирать. Ну тогда, мелкий, забираем наши с тобой две сракостанции и сваливаем из этого города быстро, пока дым не развеялся. И вот эти маньячелы не увидели, куда мы с тобой убежали. Ты мне спасибо скажи, потому что я тебя в школу отправил. Потому что столько всего здесь у нас в городе произошло, ты себе даже не представляешь. Генку кокнули и Степку кокнули. Все, мелкий, их больше нет в живых, в принципе, окончательно. Так, мелкий, в этом городе же еще кто-то 100% остался. Кто-то из наших друзей, маньяки же не могли всех перекокать. Всех, кто здесь только находился. Сейчас надо найти какую-то помощь. И после этого надо будет отбить город у маньяков. А, Ритка! Вот у тебя мы сейчас и переночуем. Так, давай, быстро сюда, заходи, мелкий, пока вот эти маньячелы сюда не пришли. Давай, быстро, 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 быстро. Так, надо бы двери как-то забаррикадировать, но ладно, в следующий раз. Ритка, не тяни кота за причиндалы. Двери открой, пока не поздно. Здорово, ядрить колотить. Так, сначала ноги вытрите, собаки, а потом заходите, я только полы помыла. Ну то, что ноги вытирать, да, мелкий, вытри ноги прямо сейчас, вытирай ноги и заходи давай внутрь быстро. Так, а сейчас тихо, даже рот не открывай, вот это, Ритка, молчи, самое главное, у нас большие с тобой проблемы. А кто нас должен услышать? Я тебе говорю, тихо, все, на второй этаж, сюда поднимайтесь, давайте, на второй этаж поднимайтесь, быстро. Так, мелкий. Присмотри за Риткой, чтобы она лишний раз рот не открывала, хорошо? Я тебе сказал, присмотри за ней, чтобы она не кричала, а не черепи и булыжником из рогатки прострели. Все, короче, стой там. Так, маньячелы, сейчас находятся там. Здесь находится Ритка. Бомжара с Еленой улетели из города. Это что получается? Тогда здесь больше никого нет, кроме нас троих? Кто-то же еще 100% должен быть.
вот и маньяки. Они что, ненормальные, что ли? Они сейчас весь город, что ли, взорвут, чертовые бабушки, что ли? Только не мой магазин одежды! Только не мой магазин одежды! Прощай, мой бизнес мерча. Так, ладно. Немного времени мы с вами еще выиграли. Они свалили из города, поэтому мы сможем нормально здесь переночевать. Ритка, это жопа. Если вкратце описать, что у нас в жизни происходит, жопа. Я тебя очень сильно попрошу. Пожалуйста, не нервничай, не переживай. С этим разберемся чуть позже. Ритка, я должен тебе это сказать, потому что как бы, ну, он все же твой муж. Рит... Стёпы больше нет. Он нас бросил. В смысле Стёпы больше нет? Он себе что, другую бабу что ли нашел? А я, кстати, так и знала! У него любовница есть, и что он рано или поздно меня бросит! Я это знала с самого начала! Да нет у него никакой любовницы, а если даже и была, ты об этом никогда не узнаешь. Нет, там не настолько все плохо. Хотя там даже хуже. Маньяки и Стёпку кокнули. В смысле, все. Стёпка умер в предыдущей серии. Его на машине переехали. А перед этим Гену взорвали в моем доме. А перед этим Ваню взорвали в его доме. Возможно, в живых осталась Аленка, но я не знаю. Ритка, Стёпа умер. Что? Ну я же говорю, давай позже с этим разберемся. Ну ты понимаешь, что... Если мы прямо сейчас не дадим отпор этим трем маньякам, которые вернулись, чтобы забрать всех нас, они кокнут и меня, и тебя, и Мелкого, и всех остальных, кто здесь еще остался. Так, ладно, нельзя тянуть кота за причиндалы, надо идти за помощью. Ритка, в следующей жизни поплачешь, а сейчас надо спасать наш город, Мелкий. Стрельни еще раз, пожалуйста, вот кокни по башке. Хватит ныть, Ритка! Потом поплачешь! Все, давайте, все сюда за мной! Так, кто-то же должен еще был здесь остаться. Вот эта Полина, которая продавщица в этом магазине, все по 5 рублей. Ага, все взорвалось к чертовой... Ты опять со второго этажа прыгнул? Все взорвалось к чертовой бабушке, и магазин Полинки тоже. Но вы, самое главное, не расслабляйтесь и смотрите по сторонам. Если маньяки ушли, это не значит, что они больше не вернутся. Да, Рикардо, я тебя прекрасно понимаю. Этот магазин был как вся твоя жизнь. Недавно мы здесь отмечали праздник, но новая коллекция моего мерча вышла. Но, походу, больше она никогда не выйдет. Все, хватит слюни здесь пускать, все! Разрыдались-то все в этом городе, маньяков кокнем, потом и поминки устроим, и все остальное. Рикардо, ты-то хотя бы сам нормально себя чувствуешь, а? А что происходит? Кто взорвал наш магазин? Ой, Рикардо, там длинная история, которую я тебе сейчас полностью не буду всю рассказывать. Три маньяка вернулись, и это все, что тебе нужно знать. Ну, тогда получается нас четверо. Четверо людей осталось в этом городе, и этот город надо защитить прямо сейчас. Короче, тогда давайте делаем так. У меня же еще осталось пару взрывчаток в инвентаре, которые сейчас мне хорошо послужат. Так, закройте уши! Собирайте все дерево, которое сейчас будет выпадать вот отсюда. И давайте, главное, быстро, времени мало и... Потом будете спрашивать, что я делаю. Нам надо как можно больше дерева, чтобы построить баррикады. Учитывая, что нас четверо, нас все же как бы больше, чем маньяков, мы с вами сможем защитить этот город, если, конечно, очень хорошо постараемся. Выстроим по одной стене с каждой стороны города и будем оборонять его до последнего. Или мы сегодня умрем, или маньяки. Третьего варианта, ребята, нет. Идите сюда и начинаем строить баррикады.
Выше, еще, и давай еще на один блок, вот так, 5 блоков в высоту, хорошо. Ты, Ритка, не стой, давай ставь вот эти вот шипы на всякий случай. Если все же маньяки проберутся внутрь, чтобы жопу себе обкололи по полной программе. Как можно больше шипов. Рикардо, с другой стороны, там ты тоже не расслабляйся, мы построили уже 2 стенки и есть, еще 2 остались, давайте. А сейчас все стали дружно друг к другу к спине. Мелкий, достань рогатку. Ты, Рикардо, держи мой пистолет. Смотри его, не прокакай все патроны. А я возьму свой дробаш. В душе не чаю, откуда у Ритки есть калаш, но походу у нее много секретов в шкафу, да, которые она прячет. Так, 4 стенки мы выстроили. Все, что нам сейчас остается, это просто оборонять наш город. Если мы сможем пережить эту ночь, ну, тогда у нас с вами большие шансы на то, что мы сможем победить всех маньяков. Поэтому каждый смотрите за своей стенкой. Если кто-то что-то увидит, сразу же кричите, ага. Ну, пока что у меня здесь тихо. С этой стороны никого нет. У вас там что, спокойно или неспокойно? Это еще что такое? Слушайте, ребят, я как бы понимаю то, что вот это детство в жопе заиграло и хочется поиграться с этими летучими мышами, да? Ну вы за стенками своими вот это смотрите, чтобы маньяки не пришли. Ритка! Рит! Слушай, мне кажется, то, что они от Ритки что-то не спешат отставать! Мелкий, давай вали их со своей рогатки, у меня же патроны тоже не бесконечные! Сдрыхните отсюда, Бэтмены летающие, ядрить ты, колотить, вы-то откуда-то вообще взялись? Все, улетели отсюда! А вот такого исхода событий я точно не мог ожидать. Так! Отстреливайтесь! Давайте быстро, мелкий, давай рогаткой, рогаткой, рогаткой! У меня пару патронов осталось, так, вот, отступить! Господи! У меня все! Ноль патронов! Этот дробовик можно на мусорку выкинуть! Так, ладно! Пора отступать! Мелкий! На забор! Давай сюда, быстро! Ты, Рикардо, тоже давай на забор сюда быстро заходи, быстро, все, это уже бесполезно. Ритку кокнули у нас на глазах, давайте сюда прыгайте, сваливаем из этого города. Рикардо, давай сюда вниз, бегите из города, я их задержу. Какие задержишь, нас трое осталось, надо валить отсюда, а еще и граф Дракула на ком-то там прилетел. Рикардо, не твори фигню, с города валим прямо сейчас. Нам втроем не выбраться! Бегите скорее, пока не поздно! Отомстите за наших друзей! Ладно тогда, Рикардо, если что, мы тебя будем ждать за городом! Мелкий, сюда, быстро, в эту сторону, сюда! Так, пока Рикардо их там отвлекает, быстро сгоняем домой, сядем в этот наш автобус, который я недавно купил, все наши шмотки соберем, которые у меня же в гараже еще там что-то валяется, соберем шмотки и сваливаем чертовой бабушке с этого города, все, никого же больше здесь не спасти, мелкий. Аккуратно, если кого-то увидишь, сразу же кричи, так, стой здесь, я пойду за бензином и... Возможно, там еще есть какие-то полезные вещи. Мелкий, камеру забери. Еще один прицеп с золотыми монетами, который тоже нам еще понадобится. Берем его с собой. Цепляем за автобус. Вот так, взял камеру. Все, молодец, и бензин еще возьмем. Где-то вот здесь, давай сразу 3 канистры возьмем. Заправим и сваливаем быстро. Мелкий, давай, не заводи мотор, за руль, быстро. И немного осталось. Все, валим из города. Давай, засаживай стракостанцию. До свидания, город ютуберов. Встретимся со всеми остальными где-то в другом городе, если сможем отсюда уехать, если они нас сейчас не спалят.
детский, мы сможем доехать до другого города, если там мелкий с тобой хватит бензина. Вот, походу, на этом и заканчивается вся история мелкого и меня.